Итак, запомните. Две непересекающиеся прямые на плоскости называют параллельными. Вот одна линия А, вот вторая линия Б. Они не пересекаются. И они, значит, являются параллельными. Итак, две различные прямые либо могут пересекаться на плоскости, либо не пересекаются. Поэтому, если они пересекаются в точке А, значит, они не параллельны. А если они пересекаются ни в одной точке, значит, они называются параллельными. Две различные прямые могут либо пересекаться в одной точке, либо не пересекаться в одной точке. Итак, две не пересекающиеся... Чё? Я Пётр Семечкин из клана Семечкиных. Сейчас я отрублю тебе голову. И вся твоя сила перейдет ко мне. Ха-ха-ха. А я Василий Морковкин. Из клана Морковкиных принимаю твой вызов, потому что в этом бою должен остаться только один. И это буду я. Ха-ха-ха-ха! А я... Иван Сергеевич Маклаудов из клана Маклаудовых! Я пришел за вами! Не останется не один, а оба! Потому что я... Горец! Останетесь после урока. Оба!